Насчет трех вещей не знаю, но первое, что бы я изменил, это высокий налог на автомобиль. Вот. Мне, честно говоря, кажется, что это очень завышенная цена, тем более, что бензин, который мы покупаем, в общем-то, нефть у нас своя, но при этом дорогущий бензин, и плюс к этому еще дерут с трудящихся, в общем-то, еще и налог какой-то. С чего это вдруг? Вот. Если была бы такая возможность включить налог в стоимость бензина, как бы, вот, я бы эту инициативу, конечно, поддержал с удовольствием. Вот. Мне кажется, это было бы правильно. Вот. Второе, вот так, налоговая тема, да? Вот. Второе, опять за жилье. Вот. Опять же, почему такие огромные налоги у нас за жилье? У нас пришли налоги, которые, в общем-то, я, допустим, в состоянии заплатить этот налог, да? А бабушка с дедушкой, соседи пенсионеры, они не могут платить столько денег. Поэтому мне кажется, что это как-то, это не очень правильно. Третья вещь. Не знаю, похоже, вот это вот две проблемы, которые сейчас пришли в голову, таких основных. Возможно, есть еще много всего, чего меня не устраивает. Вот. Ну так, навскидку, что вспомнил, то сказал.